Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видеообзор на раскрасочку, которая мне недавно пришла. Я купила у Милы вот такую раскраску «Цветочные феи». На ссылочку на сайт Милы, где можно купить эту раскраску и еще много других интересных, я обязательно оставлю под видео. Проходите, не стесняйтесь. Мила очень милый, прекрасный человек. Быстро все оформляет, быстро все отправляет, все приходит в целости, сохранности, так что не бойтесь. Если такие еще девочки есть, кто не знаком с Милой, обязательно проходите по ссылке. Я заказала феи, раскрасочку, это цветочные феи, насколько я понимаю, правильно, неправильно, цветочные феи. Такая вот раскраска, небольшая, не маленькая, вот если вы видите. Она на склейке. Я так жалко, конечно, что не прошита, но будем надеяться, что может мне так кажется, но пока что вижу, что проклеена. Кремовая обложка, очень красивая. Обложка с клапанами с двух сторон. Кремовый такой красивый рисунок. Сами листочки у раскраски тоже кремовые, что здорово. Бумага такая, как будто, знаете, немножко пористая, что ли. Интересная бумага, достаточно, в меру плотная. Такие вот шикарные иллюстрации. Мне очень хотелось «Мир фей», как у девчонок, раскраску, но, к сожалению, так и не смогла ее найти. Решила заказать эту, что тоже очень здорово. Шикарная раскраска. Иллюстрации в ней односторонние, что тоже здорово. Здесь вступление, очевидно. По-английски не знаю. Кто знает, пишите, переводите. Я не знаю, что здесь. Все иллюстрации, как я сказала, односторонние. Это здорово. Можно красить чем угодно. Я не знаю, к сожалению, не видела. Видела только обзоры. Готовой работы ни у кого не видела в этой раскраске. Поэтому, если кто-то из вас красит в такой раскрасочке, то напишите, чем вы красите. Здесь вот, я так понимаю, весенняя феечка, потому что так, нарциссы, наверное, и, наверное, крокусы или что-то в этом роде. Такая красота. С обратной стороны только миниатюра такая. Это иллюстрации, то есть можно красить, в общем-то, хоть даже фломастерами. Классно. Следующая иллюстрация. Вот такая вот, посмотрите, прелесть. Шикарная иллюстрация. Очень красивая. Ландыши. Здесь она маленькая малышка. Такая вот феечка. Опять с ландышем. Посмотрите, какая прелесть. Очень понравилась вот эта иллюстрация. Вот у меня тут две прям очень понравились иллюстрации в приоритете. Первая — это вот эта с улиточкой. Смотрите, какая красота. Вообще шикарно. И тут вот, не знаю, очень похоже, то ли яблоня цветет, то ли вишня, что-то такое. Вот малыши, здесь феечки. Вот такая, такая, знаете, что-то вроде мандалы. Сейчас карандаш пытается упасть. Вот такая прелесть. Тут тоже она маленькая. То есть, если вы не хотите большой, да, можно вот такую вот малышку раскрасить. Вот такая красота. Это, наверное, эти петушки там. Забыла, как правильно называется этот цветок. Вот такая прелесть. Смотрите, как мимишные такие иллюстрации. Не знаю, мне кажется, она все-таки на склейке. Навряд ли она прошита. Не вижу. Хотя, нет, она, девчонки, прошита, что, кстати, очень здорово. Все-таки прошита. Проклеена, наверное, чисто просто корешок. Вот такая прелесть. Посмотрите. Ну, как такое не красить? Здесь тоже малышка. Здесь она такая достаточно толстенькая. Не скажу, что прям вау, супер толстая раскраска, но приличная иллюстрация. Вот такая красота. Здесь вот и тюльпаны, и что-то еще. Вот в тюльпанах девочка, феечка.
Вот такая прелесть. Вот это мне еще понравилась иллюстрация. Здесь, наверное, могу ошибаться, но что-то на шиповник похоже. Между шиповником и розой что-то. Такая красота. Просто шикарная иллюстрация. Вот. Не так давно я показывала раскрасочку полевые цветы. И, кстати, многие цветочки здесь узнаваемы. Вот такие вот. Здесь тоже вот можно побаловаться, пораскрашивать по отдельности. Вот малышка такая в цветочках. Это, наверное... Ой, опять забыла, как называется этот цветок. И на работе у меня растет, и дома был у меня. Забыла, как называется. Вылетела из головы. В голове вертится, не могу сказать. Вот. Такая прелесть. Вот это в приоритете тоже очень понравилась иллюстрация. Вообще мне в последнее время прям понравилось красить грибы, особенно эти мухоморы. И вот здесь и феечки, и мухоморы, и вообще шикарная просто иллюстрация, согласитесь. Ну, как такое не раскрасить? Вот малина, земляника. Наверное, не малина, ежевика, наверное, и земляника. Здесь вот такие вот красивые феечки, детки. Вот. Опять же, ну, чередуют, кстати, что здорово, да, вот чередуют странички. Полная иллюстрация и такая вот, как мелкими. Тоже здорово. Вот, очень красивая. Я надеюсь, вам видно. Очень нравится тоже вот это. Понравилось розы. Розы обожаю. Тоже в любом виде. И здесь просто шикарно. Иллюстрация. Дальше. Что у нас мешает сегодня все? Вот такая вот. Среди. Даже не знаю, что за цветок. Сразу не скажешь. Цветочки тут. Вот. Так. Не знаю, нужно переводить. Видимо, подписано Зина Фэри. Что-то тут каждая подписана, как вроде. Вот такая вот красота. Давайте буду показывать. Здесь вот что-то написано. Вот очень мимишная такая. Тут даже не столько цветочная, прям тут еще и лесная тематика. Лес. Опа, браш. Бран или бранш. В общем, не знаю. Фуксия. Вспомнила цветок. Позднее зажигание. Фуксия была. Вот такие вот красивые малыши. Вот такая прелесть. Вот, наверное, мы не так давно смотрели вьюнок. Вьюн. По крайней мере, похож на вьюночек. Вот. Это, наверное, что-то вроде яблони. Ну да. Орех и яблони, если не ошибаюсь. По крайней мере, вот тут как яблоки. Здесь что-то типа... ну, не шиповник. Рябина. Ой, смородина, наверное. Или что-то в этом роде. И вот как у него, если в руках, орехи, что ли. В общем, что-то такое. Вот, посмотрите, какая красота. Тоже гроздья. Какая-то ягодная фея, ягодные феи. Вот, со шмелями малышки. Вот, вот такая красота. Вот здесь уже конкретно желуди даже есть. Очень красиво. Буду с огромным удовольствием раскрашивать. Я думаю, что не зря я ее заказала. Просто прелесть. Вот. Посмотрите, какая красота. Здесь три феечки даже.
Ну, очевидно, все-таки придется перевести потом эти все, что это за растения или цветы, так или иначе, чтобы приблизительно хотя бы понимать, как красить. Так. Ну, вот эти цветочки мы тоже с вами видели, по-моему, в лесная рябина, да, или как ее называют, цветочная рябина, в раскрасочке про цветы. Вот это очень нравится, тоже иллюстрация. Посмотрите, какая прелесть. На калину, что ли, похоже. Что-то в этом роде. Вот такая красота. Тут береза, я так подозреваю, яблоня. Или что-то в этом духе. Нет, не береза. Ну, может быть, и березка. Очень красиво. Ну, тут, наверное, тоже, видите, какая прелесть. Да, яблоко и что-то еще здесь. Дальше. Что у нас с вами дальше? Вот такая красота. Так что, помимо того, что очень красиво нарисовано, классная бумага, еще и как бы подписано. Можно посмотреть в интернете то или иное растение. Вот это очень нравится. Иллюстрация. Ель тут. Шишки, елка. Птичка, смотрите, какая прелесть. Хорошо прорисовано все. Здорово. Мне очень нравится. Я в диком восторге от этой раскрасочки. Вот такая вот есть иллюстрация. Так. Открывайся. Не хочет открываться. И вот они все чередуются. Очень, наверное, взяла больше мне, когда первый обзор посмотрела, мне понравилась вот эта иллюстрация. Ну, наверное, в силу того, что это было перед Новым годом, я смотрела обзор. Наверное, вот на нее она мне очень понравилась, но очень красиво. Здесь, конечно, видимо, не феечка, а как будто феечка, девочка, но очень здорово. Так, ну, тут у нас, я так подозреваю, жасмин. Жасминовые какие-то феи. Вот. Так, ага, еще одна есть. Ну да, здесь новогодняя фея. Ну и просто вот такая вот прелесть. Всякие разные феечки из раскраски. Как бы звездные феи, да? Феи, звезды, ночь. Что-то в этом духе. Ну и опять же клапан раскраски. Такая вот в меру плотная обложечка. Так что раскраска еще и прошита, что тоже здорово. Я довольна, рада, что я ее взяла. Так что, мил, спасибо огромное за такую раскраску. Вот прям обложка прелесть. Надеюсь, вам понравился обзор, была вам полезна. Кому-то понравилось, может, кто-то искал обзор или кто-то думал, покупать ее или нет. Не раздумывайте, берите. Раскраска шикарная. Буду с удовольствием красить. Ну, если кто-то уже красит такую раскрасочку, напишите, каким материалом пользуетесь вы именно в этой раскраске. Спасибо всем, что были со мной, что посмотрели меня. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и всем пока-пока.